Доброе утро всем. У нас 9 часов 43 минуты, почти 10. В общем, обед сегодня не нужно готовить. Я сейчас заказываю себе через AliExpress блузку. Сейчас покажу и жду, когда мне выведутся средства с этого кэшбэка. Вот тут вывод средств. Я, так как все деньги с YouTube мне приходят на WebMoney, и я сразу с вот этого Smarty Sale вывожу деньги тоже на WebMoney. Вот у меня уже был вывод $5, да, $4. Вот сейчас $1 не буду копить. Не терплю. Вот, и сейчас перейду уже в магазин AliExpress и закажу. Вот он, AliExpress. Войти в магазин. Все. Сейчас покажу, что тут выбрала. Вот что выбрала. Вот такую вот блузку. С вот таким вот принтом. И она какая-то вот такая вот. Пуговички сзади. Вот, ну посмотрим, что придет. На самом деле отзывы очень хорошие. Смотрите, вот здесь вот 503 рубля. Если я сначала, в общем-то, заказываю через телефон, да, через приложение. Это что в телефоне, в приложении AliExpress, оно даже дешевле, 490 или 495 рублей. Вот, я заказываю оттуда, то есть прям нажимаю купить, мне выскакивает сразу через Сбербанк оплатить. Я этого не делаю, захожу здесь же в приложении в телефоне, ну, то есть в AliExpress, и здесь уже... В моих заказах еще этот неоплаченный товар и оплачиваю его здесь через компьютер, через WebMoney. В общем, так даже получается дешевле. Вот. И сейчас добавлю в корзину. Ну, по отзывам очень классная рубашка. Посмотрим, что придет. Обычно, если много-много, вот 396 заказов, там очень много отзывов. И вещи обычно приходят очень даже хорошего качества. Здесь вот видите, оплатить сейчас вот будет уже сумма 495 рублей, и я все это оплачиваю, и кэшбэк, соответственно, тоже будет. Вот сейчас сам теперь сайт переводит на WebMoney, и будем оплачивать через него. Я сейчас буду делать пряники, у меня прям все сошлось, заказали коробку пряников. И у меня есть что покушать, в общем, поэтому я сейчас буду их делать вообще с огромнейшим. Я всегда делаю с удовольствием, но знаете, когда все совпадает, что мне не нужно готовить кушать, я могу целый день этим заниматься, я буду этим заниматься. Начинаем готовить пряники с того, что тесто с холодильника достали, формочки все, что нужно, шаблоны, формочки, в общем, чтобы все было под рукой. То, чем будем вырезать, у меня это мохитин. И все, тесто, мука. И тефлоновый коврик обязательно для выпечки. Так, теперь прянички все отправляем в духовку на 10 минут, 180 градусов. У нас обед. Я доедаю... Что я доедаю? Зеленый борщ. Гриша доедает этот... Кашу с котлетами, а папа... А я доедаю за ними двумя. Да, а папа после нас будет все доедать. Ну что, прянички я все... Залила уже, все подсушила в сушилке, но еще, естественно, все лежат и ждут своего времени, потому что они еще сыроваты. Вот, котика будем расписывать, здесь еще нужно написать надпись, на котике тоже будет еще одна надпись. И, в общем-то, вот такая вот красота будет сегодня. Слушайте, и такое бывает, когда я сделала пряник, но он мне не нравится. Вот реально не нравится, все не нравится. Вот эта сама форма для именно такой надписи не нравится. Поэтому испекла новый, буду переделывать. Все, все мальчики дома. Мама, это тоже тебе. Это не мне. Это все мне. Ух ты, это Антоха, ты сам такой нарисовал рисунок? Да, вообще, гля какой. Вот длинный. Нет. А я не знаю. Гриш, чем мы не топим? Да положи, пожалуйста. Это же Коля. Положи, что ты схватил пакет? Красота. В общем, я любуюсь. Сейчас у моих пряников фотосессия быстренько.
упаковываем их, и их уже сейчас и заберут сразу. Все, котик готов. Сейчас я, наверное, его уже буду выносить. Там уже приехали за ним. Так, мы с Григорием уже на карате. Все, пряники отдали. Собираемся. Ну, папа сейчас же только будет готовить. Кстати, папа нас сейчас плов будет готовить на костре. Я знаю. Угу. Давай тогда. Если они приедут. Да, вроде бы должны. Пока вы тут будете веселиться, а мы тут будем. Мы там будем заниматься. Да. Папуля уже начинает готовить. Казанчик приготовил. Это что? Курдючный, да? Курдючный жир. Там лук, морковка, баранина. Мама, мы плов готовим. Плов готовите? Да, плов. Так что тут мужской плов. А, с Белореченска? Ну да, что там что-то взорвалось. И был сегодня, даже ты заметил, да, что был этот дождь? А вот, ты посмотри, наши грязные все. Дома, в смысле? Да. Ну да, в общем, какой-то пыльный, да, дождь грязный был. Грязь какая-то, а не дождь. Пойди найди это, у тебя галоши. Афанасий Сергеевич, ты повар? Да. Ну все, тогда мы поехали на карате, приедем. Мама! Скоро приедем, да? Акана! Сейчас. Чё вы тут, мясо? Да, папа не тот рис. Папа не тот рис замочил. Уже можно пробовать? Горячее, наверное. Подожди, Антош. А как я его буду? Он же горячий. Нет, косточка нет. Это все мне. Мам, вот попробуй. Это твой паёк. Соль. Да. Мам, попробуй, он вкусный. Да? Видишь? Угу. Да, угу. А я тут мою мука. Думаю, да что за рис такой? А ты ж не пропаренный взял? Ну конечно, ну первый вот он в пакете лежал, я его взял. Я его мою, а он мука. Думаю, что за рис? Ну тоже думаю, позвоню. Ну я его замочил, пошел, думаю, сейчас пока тут все накидал, думаю, позвоню. Соленое? Да, по соли не нужно. Нет, я просто сейчас за не... то, что это... Чтобы... Да, еще шириз же возьму. Да. Для меня даже соленовато. Ну, сейчас, сейчас вытянем. А мое это место, что папа замочил? Ну, мягкое, да? Мама, очень хорошее. Мама, это моя котики. Не да? Кусуйся, а что можно попробовать лук? Ну, я уже привыкла, она же вкусная, не вонючая, поэтому... Ну, что вы трете, Света? Поэтому очень даже хорошая. Ну, сейчас я уже буду буквально... А ты тот же нашел рис другой, да, пропаренный? Да, другой, то есть я не знаю, куда тот девать. Ну, значит, рисовый суп будем варить. Килограмм? Я думаю, может, тогда рексу, что ли, сварить? Ну, рексу надо сварить, там, да. Надо тогда найти, где его угу. Кости. Покажи мне. Баранина 250. Ну, покажи, какой 10, красивый. 10, 10, а ты его не мешал? Потом будешь мешать, только да? Рюмышек. Потом. Большая старый рыба поймала? Да. Так что теперь делать-то, сынок? Кушать, да, кушать. Кушать уже? Один.